А вот еще вот пример показываю. Там, где ролик такой распространенный, негр стоит с двумя птицами, а они у него сидят и поют на руке. Вот вам то же самое. Вот Иволга то же самое проделает, сидит и поет на руке. Просто это присуще всем Иволгам при правильном содержании. Если вы правильно содержите, она будет абсолютно ручная. И вот будет такие вещи проделывать, и сидеть и вас петь на руке. И вообще держать вас за своего приятеля. Да, Ивушка?